Жители города говорят, что масло оливы с травами – великолепный афродизиак.
Soy Petius. Я там оставил тебе послание. У меня хорошие предчувствия. Вернулся! А для тебя есть послание! Пришло с острова Делос! Алексиос! Там один из культистов! Его имя Подарк! Читаешь чужие письма, Варнава? Подсмотрел немного! То, что искал. Кое-что. Увы, придется нелегко. Ну, уже неплохо. Теперь нам осталось лишь довериться богам, что ведут нас. Я не единственный, кто ищет мою мать. Помнишь, путь, что хотел смерти отца? Они следят за мной. Да ну, они ничто. Именно так.
Адрестия может пережить самые страшные бури и битвы, но истинно ее призвать плавать по таким водам. Тихо! Будет еще время для песен! Капитан, не лучше ли нам повернуть назад? Кажется, ты очень взволнован. Нас ждут новые битвы! Вперед! Простые, ничего не страшно! Девка, нужно следить за кошелем. Который ненавидят все минотавры. Подходи!
Всем занять свои места! Самый Мион, что упоминается в записке об Арене. Гребцы, ну! Гребцы, медленнее! Здесь покоятся лучшие бои. Их немного. Но это герои арены. Когда придет твое время... Я буду покоиться здесь, если найдешь... Я наслышан о твоих похож... Смотря что ты... Очень много. Скажи. Все правда. О многом ты и не знаешь. Рад слышать. Я Мио... Алексиос. Если жаждешь слав... Интересно. Славно. Бери мою лодку и плыви к берегу Певки, к обломкам корабля там. Если он... И он сказал обломки корабля. На борту! Шустрей! Это же Скура.
Варнава рассказывал об арене. Нужно сходить туда. Я устал. Ничего, только ве... Да. Говорят, даже... Жажда... Битвы на арене, мистер... Алексиос, записка привела меня сюда. Эти стены давно не содрогали. И обретешь... Я заставлю... Славно. Расскажи мне об... Она здесь уж... Как и многое. Да. Теперь всех привлекаю... Расскажи мне о других бойцах. Новым участникам позволено выбрать противника. Ясно. Претендентов пока пятеро. Я и мой клинок. Выбери противника. Сражусь с царем разбойников. Слышишь? Ты не смотрел? Я давно не хожу на арену. Я пришел сюда не ради аплодисментов. Да. Скоро, Мион. А, Мисти. Я сразу все понял, как только увидел тебя. Дай знать, Скури. Выбери. Зарежу Белоса, как дикую свинью. Повторяю, вы хотите лучше? Вы хотите лучше? Что ж... Ну, хватит!
Твой клинок напоминает мне... Это копье убило много перса. Как и я. Ты воевал против... Верно. Поведай об этом. Было тяжело. Едино... Верно. Как проходили бои? Тогда... Как же тебе удалось? Я выжил. Мне пора. Ты показал... Спасибо. Выбей... Сегодня я обрушу Афинскую гору. Воин на арене не имеет других привилегий, кроме гордости, чести и славы. Скажи, Мистий, есть у тебя близкие люди, друзья, семья, любимые? У меня есть близкие, люди, которые... И, конечно, у тебя... Были. Что случилось? Я герой арены. А как же твоя... Моя милая Анаия. Давно это было? Давно. Расспрашивать. Я тебе... Я отправлю тех, кто противится нам, к вратам Аида. Веди меня, космос! Выбери противника. Я поохочусь на Иванту. Конец!
Выбери про... Пора бы свергнуть Василиса с его трона. Что ж, начнем. Поздравляю, Мистий. Ты оправдал наши с Мионом ожидания. Спасибо. Что ж, Мистий. Куда ты направишься? Хочу. Увидишься с дочерью? С моей Анаи. Надеюсь, мы еще... Зачем покидать Ари? Из-за тебя. И когда в последний... Давно. Понимаю. Друг? Не старик. И прежде чем я уйду, я назначил еще один бой. Лучший воин, которого... Хорошо. Фу. Хочешь с кем-то сразиться на арене?
Хочешь сразиться? Я буду биться с загадочным противником. Скура сказал, за него болеют даже... Посмотри вокруг. Ощути. А как же твоя дочь? Подумай о ней. Я постоянно о ней думаю, Мисти. Особенно сейчас. Зачем этот бой? Я снова живу. Одумайся. Ты не понимаешь, что делаешь, Скура. Нет, я все понимаю. Ты будешь со мной сражаться, Мисти, или же я просто зарежу тебя? Нет, друг, мы не будем драться. Тогда приготовься к смерти. О чем ты думал? Зачем ты вышел против меня? Что теперь будет с Анаей? Анаея мертва. Уже 9 лет. Ты хотел встретиться с ней, так? Я боялся, что она увидит меня. Прийти к ней, герой. Она... Конечно. Я расскажу... Спасибо. Спокойно здесь. Все мы мечтаем их обрести. Почет и... Как их заслужить? За нас должны говорить посту. Я запомню его таким, каким он был. Толпа не знает отдыха. Пойдем. Хочешь сразиться? Я ухожу. Ну ладно.
Сбавь скорости! Помолчите! Мы кое-что нашли!
Греческий мир полниц. Мы — новые боги. Еще время для песен и для вина, если поведешь. Thank you.
там что-то есть. Может, поднимем? Близко? Хочешь начать бой, капитан? Приготовьтесь к бою! Идем на заряд! Готовься! Скорость!
Внимание капитана! Если заметят, мне не сдобровать. Посейдон следит за морями. Пока бог занят, осмотрим его храм. Нам нужно!
Огонь небесно! Причалим! Ugh.